В субботу, 5 июня этого года, в Латвии пройдут очередные выборы в органы местного самоуправления. Их особенностью станет не только то, что они пройдут в соответствии с утвержденной административно-территориальной реформой, но и условия пандемии COVID-19, которая вносит существенные коррективы в этот процесс. На этих выборах избирателям также впервые будет обеспечена возможность голосовать на любом избирательном участке своего самоуправления. Прием заявок для кандидатов в члены избирательных комиссий завершится 17 апреля. Всего предусмотрено 30 избирательных участков, для которых требуется более 200 помощников. Те, кто уже работал на предыдущих выборах в Сейм или Европарламент, могут присылать свои заявки на e-mail, а для тех, кто занимается этим впервые, необходимо заранее позвонить по телефону и подать заявление очно, согласовав время визита в городскую думу. Список избирательных участков уже составлен, и сейчас ведется оценка безопасной вместимости этих мест для максимальной защиты избирателей от рисков распространения COVID-19. Расчет ведется по принципу 4 квадратных метра на одного человека в помещении. Количество одновременно допускаемых избирателей на участке будет отмечено у входа. Каждому из них нужно будет прийти со своей защитной маской и ручкой. Соблюдение двухметровой дистанции будет актуально и здесь, причем кабинки для голосования будут расставлены соответствующим образом. Будет необходимо предъявить паспорт или ID-карту. Так как на данных муниципальных выборах можно будет голосовать на любом участке на территории самоуправления, где задекларировано место жительства гражданина, избирательная комиссия Даугавпилса призывает отдать свой голос на участке, наиболее близком к вашему дому. В центре города у мест голосования возможно появление очередей, с чем избирателей просят считаться. Время работы избирательных участков в день выборов 5 июня будет с 7 утра до 8 вечера. Избиратели смогут также воспользоваться возможностью проголосовать предварительно. До 6 июня будет работать единый справочный телефон Центральной избирательной комиссии. Справки также можно получить в избирательной комиссии Даугавпилса. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилской городской думы.